А где все? Тут привет. А что вы делаете? Машину выбираем. Макс, какая такая? Куль. Куль, пойдет. Куль. Мне вот такая нравится. Ты, папа, ну ты, конечно, да. Ничего себе, Галя баловала. Мама ездила на Рейндж-Ровере? Смотрите. Ой, какая у Максима разными новая цветами игрушка. Короче, мама ездила на Рейндж-Ровере? Ну, ездила, но у меня был немножко поскромнее, папа. У меня двое детей и жена. Да, ну что, поедем посмотрим? Смотри. Пошли, поехали, посмотрим. А Зорбику нравится, он говорит. Йо-йо, говорит, классная, да? Ну что, поехали посмотрим? Да. Погнали. Я так смотрю, на улице такая пасмурная погода. Это так всегда здесь хмуро или только сегодня? Да нет, мы же были здесь уже. Ну, мне кажется, у нас была всегда солнечная погода, сегодня так хмуро. Ну, пойдемте, может, что-то так, найдем? Давай сфоткаю, где, куда нам ехать. Катя, что вы делаете, мадам? Ты что хочешь? А, вы кушать готовите? Какая хозяюшка, посмотрите, бутерброды делать, кто желает? Я с удовольствием попробую. Наше такси приехало, прошу. Давай, едем на черном кэбе за черным рейндж-ровером. Не, он не черный, он какой-то кофейный. Серый, кремовый, пошли. Макс, а тебе как, нравится то, что папа выбрал? Да. Ну, мы приехали. А рейндж-ровером, мама моя. Обалдеть. Все, сейчас посмотрим. Добро пожаловать! Добро пожаловать в мир рейндж-ровера! Не подать только мурки для полного состава компании. Макс, что, Макс, ты выбрал? Так это старый этот Discovery. Это он здоровенный, конечно, но он не такой классный, Макс. А вот, смотрите, это маленькая, смотри. То была большая, это уже маленькая, это как у мамы. О, вот это отличное, то, что нам надо. Но беленькая, давай поездим. Где? Показывай. Смотрите, его с какой крыши прикольный. Его с какой крыши? Это капленка, не? Не, это покраска такая. Смотри, его как у мамы было. Черные диски, черные буквы и крыша такая вот клевая. Конечно, он старенький. Это 13-й год, наверное. Да. А хочешь посмотреть с багажником на голове? Показывай, да. Вон. О, к нам уже выходят, сейчас будут ругать, наверное. За то, что мы фоткаем, снимаем. Ага. Ага. Hello? Так, что тут пишут? Ага, тоже Discovery, клевый, конечно, и с багажником, да? Всего-навсего 48 тысяч фунтов. М? Ой, красота. Мне реально нравятся вот такие вот с черными буквами, но это опять Ewok. Нам Ewok не подходит, он нам маленький. Окей. Окей, thank you. Это? Так это просто Discovery, Макс. Он там клевый, но там есть лучше. Пробениями, смотри. Вон, смотри. А ну, заходи. Крутецкий. Хочу такой с красным. Что-что? Хочу. А кабриолет не хочешь его? Вот, это так крутой. Смотрите, hello? Кабриолет. О, вот наша машина. Его кабриолет. Его кабриолет? А ну. Очень прикольный. Крутой. Покупаем, это из новых тоже? Едем по дождям лондонским. Uh-huh. Hello. Папа. Вот это клевый. Кажется, он черный. А на самом деле он зеленый. Правильно. Это он хамелеон. Ну он металлик, просто покраска клевый такой. Сдалека он черный, а так вот зеленый. Да. Красота. Мне диски вот такие нравятся. Может, поменяешь диски, что ли? Я куплю уже с хорошими дисками. Вот этот, как у мамы был, клевый, скажи. Черный с красной крышей. Вот так. Этот тоже клевый, но у него две двери только. Но клево, что без крыши, скажи. Едешь, ветерок развивает тебе все. Там же 4 сиденья. Сиденья 4, а двери только 2. Давай примерим. О, красота. Макс примеряет уже кабриолет. Удобно. Удобно? А то, что 2 двери только? Кать. Удобно. Катю посадите как-то. Ну что, водила? Понравилось? Нет, Катя быстро вылезла. Не сильно ей нравится. Сильно. Спускайтесь, мадемуазель. Сильно нравится. Сильно нравится? Будем ездить на таком рейндж-ровере? Без крыши? Сейчас сядешь. Макс, выходи. Пойдемте посмотрим, что нам дядя будет предлагать. Пошли, давай. Посмотрим, да, какие варианты есть. Закрывайте, сейчас мы подойдем к вам. Скажите мне, пожалуйста, как это чудо выключать? Оно постоянно что-то орет, бэкает, пищит. Как его выключить? Не знаю. Пойдем посмотрим, никак. Что нам показывают. Я поняла, что никак. Только ходит и орет. Это не я, кстати. Оно постоянно говорит мне тут. Пошли посмотрим машину. Отлично. А, подожди, это не тут. А где наш папа?
Пошли папу искать. Идите сюда. А шикарного, вы знаете, только ходит и орет мне на ухо. А, Катя, ты лужи примеряешь. Не надо этого делать. Катя! Показывай. Этот он даже не показывал. А почему? Потому что я сказал, что маленький пробег должен быть. А это старенький, да, что ли? Не знаю, тут не написано ничего. Вот этот жир, вообще жир. 5-литровый бензиновый. Смотри, черная буква. Черный. Он уже в шоке. Вот этот уже в шоке. А зачем такая большая машина с 5 литрами смотри, двигателя? Буква черная. Смотри, фантастика. Как раз как мне нравится. И что? И жирная цена, я вам скажу, товарищи. Или вот этот вот дизель есть. Тоже, кстати, и там светлый салон. И пробег тоже смешной. 12 тысяч миль. Но это уже без черных букв. Без черных букв, да, и диски попроще. Этот покруче. Так что, какой берем? Ну, этот мне нравится больше, да? А чем тебе этот понравился больше? Буквами черными, Макс? Дисками? Да. А, эти мальчики. Ах уж эти мальчики. Там с разделением. Интересно, что это значит. Так надо было спросить у дяденьки. Ну, это если нравится, то будем сейчас спрашивать, открыть. Они, кстати, так смотрят на нас, как на дикарей. Все фильмируют, все снимают на видео. Ну, красивая машина, да? Дайте фербика малышу вон. Дяденьки. Пошли внутрь, погреемся чуть-чуть. Пойдемте, сказал, да. У него внутри тоже что-то есть. Пошли посмотрим во внутрь, что там. А ягуарчики, как вам такие ягуарчики, красивые, товарищи? F-Face вот стоят новенькие. F-Face. Даже S-Line. Кстати, уже бэушный за 63 тысячи. Что ты творишь этим чудищем? Пошли. Ну что-то с ним, наверное, не так. А, черный интерьер. Я сказал, не черный. А. Ну, с крышей. Ну все. Ну, короче, вот вам, пожалуйста, выбор. И я, наверное, сразу примерю себе какой-то X-Type Jaguar. Это надо туда зайти, наверное. Jaguar. Слышал, как я сказал? Зайдем внутрь. О, S. Все, Макс выбрал маме машину. А и теперь мама будет ездить на этой машине. Хорошо, мама там поместится. Еще папа рядом сядет. А вы куда? Вот а вы будете ждать, пока мы приедем. Катя вот эту хочет. Катя вот эту выбрала. F-Face. Что, еще Jaguar? Ну, пошли я. В общем, пока наш папа пошел разбираться с бумажками и со всеми необходимыми деталями, мы поиграем в детской зоне. Посмотрим дяденьку по новостям. А это чудище, это какой-то ужас. У кого есть такая игрушка, напишите, пожалуйста, как ее выключать. Она вечно говорит, что-то трындит и ушами машет. Это какой-то ужас. Не ужас, а класс. У Кати машинка. Не ужас, а класс. Это действительно класс. Не ужас, а класс. Смотрите, что я тут нашла. Это что? Что это? Конфетки мятные. Хотите? Да. Это там. Мятные. Я вот там себе делаю кофе. И там бесплатно есть конфетки. Берете и угощаетесь. Я мятные не люблю. Не любишь, Кать? Ты будешь? Катя уже он жует. Я тут сижу, пью кофе и смотрю на вот это вот чудо мохнатое. Оно реально не закрывается. Она реально вечно говорит, что так машет там себе своими ушами. Ужас какой-то. Если вам нравится такое чудо мохнатое, ставьте много лайков. Потому что это просто невозможно. Я не знаю, как с ним ночевать даже. Ночью можно найти маску, чтобы он спал. И он будет спать. То есть, если не надо, чтобы он заткнулся, надо одеть ему маску. Да. Все, товарищи, спасибо за выход ситуации. Это просто невозможно было. Где наш папа? Что он там купил, не купил? Мы говорили, идет, кстати, что так. Никак, потому что мы хотели, что он... Да? Представляешь? Ферби, а ну как-то что-то поговори с этим дядей, а то он сильно мало сбрасывает. Нам предложили сесть внутрь. Макс, садимся внутрь? Смотри, какой черный клевый. Давай, ты с той стороны, я с этой. Давай. А, ты сзади хочешь? Давай спереди. Спереди? Я ну. буду ехать? Да нет, тут не водительская, тут сосед. О, как звучит. Ты слышал, как заработал? Это бензиновый мотор, 5-литровый. Суперчарджд. 500 лошадиных сил. Ого, ну, 500 лошадиных сил? Да. Ну. А мне туда можно? Ну, я думаю, да, почему нет? А чего, лондонцы ведут туда детей? Да можно. О, смотри, подножка. Смотри, подножка выехала, видишь? Ух ты! О, садись. Пап, что там? Не
еще никогда не ехать. Стой, впереди. Мы же не едем, мы просто посмотрим на нее. А ну, давай поглянем. А чего не едем? Мы не едем, мы просто сели это. Примерить ее, какая она вот внутри. Это если солнце жарит. Это если солнце, да, закрыться. Так, что тут? Ну что, нравится тебе? Да. А давай сзади сядем. Как ты думаешь? Посмотрим сзади, что там творится? Да. Ну вот я уже и сзади. Это что? Что там? Ну всякие кнопочки горят. Я не знаю, там можно их трогать, это нет? Это парковка? Не знаю. Так, что у нас тут? Ага, автобиография написана. И вот так вот. Раз. Подстаканники. И что тут? Еще автобиографии. О, дядя решил нам погазовать. Круто, да? Да. Вот, смотри, какой подлокотничек. Видишь, удобный? Да. Это подстаканничек, стаканы ставит. Смотри на подножку и закрывай двери. Смотри. Ну, и что, не прячется подножка? Не хочет? А, вот, уже спряталась. Я все-таки начну с этого Ферби. Он меня, конечно, уже сегодня довел до белого коленя. Да. Хоть на секунду он замолк. Ну, расскажи, как там? Ну, к сожалению, за час купить машину не получается. Капец. В лучшем случае оплатить можно сейчас, а забрать завтра вечером. Потому что там есть некоторые вопросы. Но мне машина понравилась. Вот та с черными буквами, с бензиновым 5-литровым двигателем. И будем ездить по пробкам в Лондоне 5-литровым бензиновым двигателем. Фантастика. Как раз стоять 5 метров в час. Шикарно. Хороший выбор. А дядя заводил прямо. Вот будешь прогазовывать в пробках вот стоять. И расход 50 литров на сотню, наверное. Короче так, мы съели тут 20 печенюшек, вон там вот да. Взяли. Выпили три банки колы. Выпили колы, напились кофе, короче, ага. На шару получается. Ничего не купили и покидаем это место. Да, теперь надо вызвать как-то такси и идти домой отдыхать, обдумывать предложение, потому что машина не дешевая. Может быть, мы что-то новое найдем. Может быть. Вот так вот. А сейчас что надо сказать? Если нравится Ферби, что надо делать? Играть! Выключить свет. Ставь лайк. Вот так вот. Ставь лайк. Если нравится Ферби, ставь лайк. Если вот нравится вот. Ферби, покупай несколько раз. Ой. Несколько штук? Да. Если хотите, чтобы ваша мама сошла с ума, купите 2 Ферби. А ну что она не замолкает вообще? Да вообще, она реально мне уже утомила за сегодня. Она как не пукает, так орет, так что-то говорит и бесконечно. Ужас. Ой, я стал Ферби. Если вы хотите бешеным Ферби стать, ставь лайк. Ставь лайк. Если хотите увидеть нас на новой машине здесь в Англии, ставьте лайк. А еще, если нравится Ферби. Пишите уже... комментарии, или вам нравится да. Ферби. Все, давай, а еще обязательно мне напишите, мне лично, как его выключить. Это чудище, это просто невыносимо. Окей. Ну все, поехали домой. Давай. Вот так в газеты запечатать. Точно, не надо, там принцесса Ларьская, ты что? Ставь лайк. И подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Он наконец-то уснул. Пока-пока. Пока. 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 Спи уже.